Мачу-Пикчу в переводе с языка инков – «старая гора», и именно на этой горе располагается большая часть города. Однако часть построек находится на соседней горе Вайна-Пикчу, или «молодой горе». Вид, открывающийся на Вайна-Пикчу, по праву считается визитной карточкой Перу, а подъем на нее является главной изюминкой посещения Мачу-Пикчу. Подъем на Вайна-Пикчу требует не только хорошей физической формы, но и смелости, так как значительная часть пути проходит над пропастью по ступеням инкского периода. Не случайно у подножия горы установлен контрольно-пропускной пункт, где каждый турист, отваживающийся на подъем, должен отметиться как до начала подъема, так и после спуска. За моей спиной гора Вайна-Пикчу, на которую мы сейчас и отправимся. Высота-то не маленькая, как можно видеть отсюда. Ну вот мы наверху. Как сказал Генрих Наварский, Париж стоит мессы. Отличный вид отсюда.